Сегодня в 16 часов автомобилисты всего мира включат аварийку ровно на минуту, чтобы вспомнить жертв автоаварии. К этой акции присоединятся и в Казахстане. МВД опубликовало специальное обращение к водителям. Помимо аварийки, их просят ненадолго зажечь ближний свет фар и подать звуковой сигнал. Ко Всемирному дню памяти погибших в ДТП в столице приурочили еще одно мероприятие. По главным улицам Астаны двигаться будет колонна с искореженными автомобилями. Задача полицейских — не напугать, а напомнить об элементарных правилах безопасности. На дорогах страны ежегодно погибает более 3000 жителей и около 14000 получают телесные повреждения. На дорогах столицы ежегодно погибает около 50 человек и около 500 получают телесные повреждения. Эта картина не утешает.